Ой. Всем привет, мои дорогие. Ну ладно, нормально видно. На телефон нажала, и он опустился. Вы на канале Дневник Домохозяйки. Сегодня у нас любимая рубрика. Ну, может, для кого-то нелюбимая. Чё купила? Кому интересно, оставайтесь. Сижу прям в этом. В пиджачке я, блин, в своем. На улице ветрище. Ой. Порадовались теплу недельку, а сейчас что-то опять 13 градусов ночью. Дождик шел. Ой, ну на нас не угодишь. Жара 28 стояла плохо, а сейчас 13 градусов опять плохо. Ну, в общем, кому интересно, погнали. Я была сегодня в двух магазинах. Пошла чисто купить пену для бритья для Саши. Так, даже не знаю, как сделать. Надо бы сначала подготовиться, а потом уже скажи делать, да? Ну ладно. В общем, погнали. Магазин «Пятерочка». Сыр 109 рублей. Эдам. Лаваш 49 рублей. Ну такой, мне нравится вот такой ажурный, как блинчик. Местный наш лаваш. Хлеб вообще сейчас не берем. Сосиски сливочные, Стародворье. 149 рублей, по-моему. Здесь 800 грамм вроде бы. Ой, что болтают-то? Не, конечно же, не 800, а 450. Все уже. За 149 рублей мне еще и 800 грамм надо, деловая. Ну, это Евгения, конечно же. Заказала, как обычно, 49,90. Шоколад Альпен Гольд. Вообще, я пошла Саше за пенкой для бритья. Вот такая пена жилет. 190 рублей вроде бы. По-моему, вроде бы. Да, обманула вас. 182,80. Ну, тоже круто. Гель почти 300 рублей. Жилет. Так, это магазин «Пятерочка». «Пятерочки» с меня взяли. 575 рублей. «Пятерочка». Дальше магазин «Бристоль». У кого есть в городе магазин «Бристоль»? Я уже вас вроде бы спрашивала. У нас вот есть. Мне нравится вообще там. Там не только алкогольная продукция, но там очень много продуктов, которые гораздо дешевле. Взяла вот такое масло, помяла, пока шла. Татарстан. Хочу попробовать. Не брала ни разу. Сливочное. Такое. Не знаю, кто пробовал, напишите. Это я воду взяла. Горная вода какая-то. На дорогу, думаю, назад пойдем. А даже не открывала. Она что-то 18 рублей. 0,5. Взяла кофе Саше, понравился Милагро. Кстати, вот он гораздо дешевле, чем в «Пятерочке». Вот такой кофе Милагро. Вот этот пакетик 75 граммов, 170 рублей. А в «Пятерочке» 75 граммов такого кофе, 200 с чем-то рублей. Так, взяла попробовать вот такие вот колбаски. Написано «Зверски вкусные». С чесночком 300 граммов. 89,90. Через пакет не пахнет. Сашулька приедет с работы. Или на завтрак. Так, сметанка. Сметанка 70 рублей. 15%. Ребятишки сейчас, Катя звонила, хотят приехать завтра, возможно. Возможно, нет, они останутся здесь, конечно. Не вижу, какая, Саратовская, что ли? Саратовская область, что ли? Вот такие вот, вот такая сметанка молочной горки. Не брала ни разу. Ну, в принципе, 15%, она мне нужна в пиццу. Хожу я в Бристоль еще. Вот за такими конфетами. Я вам показывала как-то. Вот такие конфеты. Полезные.
это полезная конфета, 100% натуральная. Здесь идет лен, подсолнечник, семя тыквы, кунжут, чернослив и сироп топинамбур. Они даже без сахара. Вот такие обалденные конфеты. Я позволяю себе. Кстати, по поводу диет, там некоторые спрашивают. Девчонки, на диете сижу, но вес пока стоит. Но это нормально, я знаю. Начинается так. Ну, вот уже прошла неделя моей диеты. Жую побольше зелени, конечно, вот. Но все равно, как ни крутись, все-таки одну-две конфеты я позволяю себе в день. Тем более они без сахара. Ну, калории, конечно, у них тоже есть. Орехи, семечки. Так, а сегодня еще взяла вот такие мультизлаковые конфеты попробовать. Я посмотрела, они тоже здесь без сахара. Без ГМО написано. Так, жареными семенами кунжута. В темной глазури, правда. Вот такая пачечка, 200 граммов, стоит 140 рублей. Вот что мне нравится, нигде больше нет вот этих полезных конфет, а только в Бристоле. Так, значит, 139,90, по-моему. Это взяла Евгения, сыр ее любимый, вот такой, соломкой. Написано, конечно, что со вкусом красной икры. Он соленый очень. Ну, она любит его. 79, по-моему, этот сыр. Нет, вру, 87,90 за 100 грамм. Ну, в принципе, нормально, 879 рублей. А домашний мы ей ездим специально вот в Колхиду. Ну, я вам тоже показывала. Он 800 рублей за килограмм. А это получается 879. Ну, и, конечно же, в Бристоле появилась вот такая новиночка. Виски 99 рублей, 100 граммовочка. Такой еще в коллекции нет. Кто смотрит меня давно, знают, что у нас коллекции. Коллекция потихонечку пополняется. Ну, как-нибудь, возможно, еще за лето пополним. И как-нибудь я еще периодически ее показываю, эту коллекцию. А кто новенький, если, в чем я глубоко сомневаюсь, сейчас вообще такое затишье, конечно, на YouTube, то ли все в огородах, то ли отдыхают. Я знаю, что много подписчиков сейчас, моих друзей, они сейчас на YouTube не выкладывают видео. Все ушли на дзен, половина из моих подписчиков сейчас почему-то перебрались на дзен. Ну нет, все-таки эта платформа как-то нам роднее. Ну, в принципе, те, с кем мы дружили год, ну, вот с того момента, как у меня появился канал, так мы с ними и дружим. И это очень радует. Ну, нет новеньких, и ладно, нет и нет. На нет и сюда нет. Так, и в Бристоле с меня взяли. В Бристоле с меня взяли. 789 рублей, ну, практически 800 рублей и плюс 600 рублей, 1400. Это я пошла чисто, тоже мне нужно было, пенка нужна была для бритья, Саша у него закончилась. И что мне еще нужно было? И сосиски, потому что приедет Павел, поедатель сосисок. Ну, в общем, ну, а уж как не купить-то? Еще попутно. Ну, это ж нормально. Хотя, что нормального? Опять вот 1400, ничего здесь нет фактически. Ни молока, ни хлеба. Ну, хлеб у нас сейчас вот такой. Вот. Ну, чего, мои хорошие. Сейчас событий больно-то никаких нет. В основном огород. С Павлом буду сидеть завтра. Ну, вот, может быть, или он со мной, не знаю, кто с кем. Ну вот, может быть, с Павлом чего-нибудь завтра и поснимаем. Он же у нас такой деятельный, мальчуган-то. Вот. О чем еще поговорить-то? Столько мыслей было, конечно, в голове. А чего-то даже чего-то нет. А еще я вам про интригу когда-то говорил. Ну, интригу я пока держу. Ну, хотя какая-то интрига. Конечно, все увидите. Но она уже близко, близко эта интрижка. Скоро узнаете. Ладно, заинтригую вас, подержу в этом, в неведении.
ветрище, прям ворота того гляди выдерет. О, какая грамотная женщина. Ладно, моя хорошая, спасибо всем, кто заходит на мой канал. Я тоже стараюсь всем ответить взаимностью, всем моим друзьям, дорогим и любимым. Всех, конечно же, люблю, ценю, уважаю. И жду вас с нетерпением на своем канале. Пока-пока.